Обыкновенная гадюка – это ядовитая змея, которая распространена в северных регионах Евразии, включая Европу, Азию и Северную Америку. Она является небольшой змеей, обычно достигающей длины от 50 до 70 сантиметров, но некоторые особи могут достигать и более 1 метра. Цвет гадюки может быть различным, но обычно это коричнево-серый или серо-зеленый цвет с темными пятнышками на спине, а иногда и с более яркими красными или оранжевыми оттенками. Обыкновенная гадюка активна днем и ночью, питается грызунами, ящерицами и другими мелкими животными, она обладает ядом, который она использует для защиты и охоты на свою добычу. Укусы гадюки для человека могут быть опасными и вызывать сильную боль, отеки и другие неприятные симптомы. В некоторых случаях укус может быть смертельным, поэтому при появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.